это было? Индикатор маскировки указывает, насколько враг осведомлен о вашем присутствии. Маскировка включена. В режиме маскировки вы временно становитесь невидимым для противника. Быстрое перемещение в режиме маскировки ускоряет расход энергии. Интересно, как Локхард умудрился сработать у врага, как этот парень у нас ходил? Маскировка отключена. До этого было мало проблем. Главная зараза здесь пророк. Он носится по городу в этой хрени, распространяя вирус или что там. Откуда нам знать? Может, он вообще источник болезни? Что ты говоришь? Как я слышал, племянник Локхард служил отряде этих парней в надокостюмах. И что-то пошло не так. Говорят, пророк сошел с ума, перебил кучу этих костеров, включая племянника Локхарда. Я не услышал. Локхард был против этой нанопрограммы. Слушай, пророк, я снаружи у центра эвакуации. Тебе надо идти сюда. Не знаю, сколько смогу продержаться. Понял, главное это. Он.
Маскировка отключена. Расчет запускного срока. Навигационные метки обновлены. Бойцы сел. Мне нужно сваливать. Встретимся в лаборатории. Не тормози. Вы будете перемещены в отдельный блок для сливочной терапии. Так, похоже, связь с костюмом прервалась. Все целиком отрубилось. Думаю, ничего непоправимого, но лучше тебе поторопиться сюда. Все идет наперекосяк. Боже мой, тут полно зараженных. А Сел проводит зачистку. Еще и цефы эти вылезли. Слушай, не высовывайся на улице, держись подземки, там безопаснее. Черт, я надеюсь, ты привел морпехов.
артефакторов и защиты операторов в боевых условиях. Режим защиты расходует энергию костюма, повышает вероятность выживания боевых боеприпасов. Это Пророк! Взять его!